Я сегодня хочу вам предоставить томаты «Богатыри» смесь. Это самые вкусные томаты, огромные, для салатов. И не только, можно солить их, засаливать как бочковые. Очень хорошие томаты и огромные. Вес достигает до килограмма. Я вам сейчас просто покажу. Это у меня один вот куст. Вот, как видите, вот он один куст. Ствол идет. И здесь разветвления у меня идут. Два разветвления вот этих. Посмотрите, изобилие этих томатов. Огромных, просто огромных. Еще вверху. Вот они вверху висят. Еще зеленые. Их очень много этих. Вот они еще и маленькие такие еще есть вверху. Вот как видите. Они будут еще зреть до самых морозов. Вот они такие огромные. И внизу еще даже зеленые есть. Вот спеют они не сразу, конечно. Вот постепенно мы срываем по одному, доводим его до кондиции и потом кушаем. Покажу ближе, какие они вот огромные, эти томаты, чтобы объектив не вмещается. Видите, какие они огромнейшие, просто огромнейшие. Эти томаты. Вот они. Сорт «Богатыри». Сегодня мы срежем два этих огромных томата. Вот будем резать и дома их разрежем. Вот они. Смотрите, какие огромные. Моя рука огромная, и какие они, эти томаты. Просто огромнейшие. Вот за ладошку. Вот они. И второй отрежем мы томат. Вот легче будет этим томатиком быстрее зреть. Вот видите, немножко поменьше. Вот томат. Вот такой. Томатики. Два томата. Вот они уже в зрелости. Такие вот. Объемные, очень объемные. Вот такой томат в разрезе. Как видите, семечек мало в нем. Очень сочный. Для салатов очень хорошо подойдет. Очень хорошо делать и томатный сок. Что я буду с этих томатов и делать.